Вітаю усіх глядачів YouTube-каналу «Львівмедіа». Коментуйте наші відео, ставте вподобайки та поширюйте їх. Далі я буду говорити російською мовою, щоб більше росіян у Російській Федерації розуміли про те, що ми говоримо. Росіяне, ми повинні строїти симфонію чоловічої цивілізації. Так Владимир Путін сказав, коли виступав вчора в дискусійному клубі «Валдай». Тема его речи была «Мир после гегемонии». На самом деле Владимир Путин повторил привычные тезисы. Запад стремится к полной гегемонии, контролем над ресурсами, развал Советского Союза, нарушил баланс сил, а впереди нас ждет самое опасное десятилетие. Вот я прослушал где-то 2 часа выступления Владимира Путина и также вопросы, которые ему ставили. Что хочу сказать, вот свои ощущения. Что это было? Ну, во-первых, если в России хотят понять, как выступает президент Украины, когда выступает на конференциях или проводит пресс-конференции, или какой-то другой формат выбирает, пусть посмотрят пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Это не теплая ванна, как вчера было на дискуссионном клубе «Валдай». Вопросы там жесткие, острые, то есть журналисты спрашивают то, что интересует украинское общество, а не удобные вопросы, которые вчера звучали российскому президенту Владимиру Путину. Много там было пассажев из истории, и, то есть Владимир Владимирович, он там вспоминал и Достоевского, и большую русскую историю, российскую историю, и традиционные ценности, много говорил о религии, христианстве, там, исламе что-то, иудаизме. Вот я хочу спросить россиян, чем они могут гордиться сейчас, на этом этапе развития российского общества и Российской Федерации. Почему я это спрашиваю? Я несколько раз в интервью говорил, что я хорошо знаю итальянскую культуру, потому что около 5 лет я провел и жил в Италии. Я там закончил факультет журналистики и как бы хорошо знал, сейчас уже меньше, итальянскую политику и то, чем живет итальянское общество. И вот на протяжении почти 5 лет никто из итальянцев там не рассказывал мне, что мы повторим времена Римской империи. То есть никто не говорил там о легионерах, которые завоевали почти полмира, и что они вот, например, этим гордятся. То есть понятно, что Римская империя была большая, это гордость большая для итальянцев, но сейчас они об этом не говорят. Чем гордятся итальянцы? Итальянцы гордятся футболом, во-первых. Во-вторых, они гордятся своей модой, они гордятся своими спортивными автомобилями, например, Феррари. То есть они гордятся всеми теми вещами, чем интересуется общество, современное общество, хочу подчеркнуть. Владимир Владимирович Путин, он, вот у меня ощущение, он вылез с этого своего бункера и не понимает, где он находится, что мир очень изменился. Не только там за последние 20 лет его правления, но и за последние 100 или 200 лет. И вот там был человек, это тоже россиянин, да, и он ставит тот же самый вопрос. Конечно, этот вопрос был удобный российскому лидеру. Он говорит, что часто его иностранцы спрашивают, что Россия может предложить современному миру, мол, где ваше открытие и так далее. И вот вообще его же ответ, не президента России, а этого пожилого человека, меня вверг немного в шок. Он сказал, что Россия может предложить сегодняшнему миру религию справедливости, то есть вести борьбу за справедливость, за традиционные ценности. В чем справедливость? Что такое религия справедливости? Так он и не ответил. То есть продвигаются концепции, которые не то что непонятны мне как украинцу, но я думаю, что они непонятны и большинству россиян. Владимир Путин также говорит о какой-то борьбе и с Западом, там, западными ценностями. Здесь я хочу сказать, что вообще существует
такой термин, как американизация, да, он часто его используют как бы в негативном контексте, что вот, например, там культурные ценности Америки, они ведут к тому, что ведут к утрате традиционной культуры и обычаев. Но что здесь важно сказать? Вот если вы открываете Википедию и там глядите на этот термин «американизация», то там написано, что 7 из 10 самых популярных мировых брендов находятся в Америке, да, в Соединенных Штатах Америки. Дальше. 20 из 20 найкассовейших фильмов в истории кинематографа сняты в США. Да, все говорят о американской музыке и культуре, да, о имидже и молодежных тенденциях. То есть, что я этим хочу сказать? Большинство стран и населения в мире, они не то, что принимают добровольно американскую культуру, но они также готовы за нее платить. Я не буду здесь говорить там о Кока-Коле, Макдональдсе, также о самых больших компаниях, IT-компаниях, как, например, Microsoft, Apple, да, и IBM. И поэтому я хочу спросить еще раз у россиян, что Россия может предложить современному миру на этом этапе развития? Только говорить о истории, которая уже давно прошла. Если говорить о исторических пассажах, вот там есть такой смешной момент, когда Владимир Владимирович говорит о едином народе. Так? Его спрашивают, вы до сих пор уверены, что украинцы и россияне – это один народ? И он начинает свой ответ с такого, мол, в 9 веке зарождалось российское государство. Здесь это очень важно, он говорит, российское государство, не Русь, а российское государство. И сначала в Новгороде, он говорит, потом в Киеве. Владимир Владимирович, официальная дата зарождения Новгорода – 859 год. Киев – 6 или 7 век. То есть даже здесь россияне путают, да, исторические даты. И хочу еще раз сказать. Киев – это мать городов русских. Киев – это Украина, и он находится в Украине. Это колыбель большой цивилизации. Киевская Русь родилась в Украине, потому что Киев, еще раз подчеркиваю, мать городов русских. Ну и вообще хочется сказать, что когда мы говорим о едином народе, то вот это сопротивление украинцев в этой войне против российского агрессора как бы наиболее подчеркивает и то, что украинцы и россияне – это два разных народа. И еще больше это подчеркивает концепцию, российскую концепцию о Украине как failed state, то есть как бы как страну, которая не состоялась и не может состояться. Да, Украина состоялась, это доказывает ВСУ на линии фронта, они борются не только за страну, но и за народ, который якобы для Владимира Владимировича Путина не существует. И я думаю, что дальше еще больше открытий будет не только для президента России об Украине и украинцах, но и для всего российского народа. Также там интересный был вопрос, что это... Я не помню, кто этот вопрос ставил, что военно-политическая планка, так, Российской Федерации все время говорит, что все идет по плану, но общество не понимает, в чем план. Я также не понимаю, в чем план Российской Федерации и Владимира Владимировича. Он снова как бы отошел к пассажу, что вот там 8 лет бомбили Донбасс, и нужно защищать жителей Донбасса. Для чего было заходить с разных сторон в Украину, чтобы защищать жителей Донбасса, для меня непонятно. Но здесь также важно сказать, что как бы обоснование для проведения там СВО, как называют это россияне, Владимир Путин, нету никакого, потому что концепция и план, они менялись. Мы видим, как они меняются. То есть сначала в
в феврале месяце говорили о какой-то денацификации, демилитаризации всей Украины. На этой неделе новая концепция родилась десатанизации Украины, но это как бы не работает. И не только президент, но и все российское руководство, оно как бы ищет моменты, чтобы обосновать войну и все то, что они здесь делают. То есть убивают украинцев, крушат города, насилуют женщин, мародерят, ну то есть... они поводят себя как бандиты. Если говорить о том, что также говорил Владимир Путин, то он сказал о бомбе, которую якобы готовят украинцы, и что она будет задействована против России. Здесь тоже интересно как бы провести параллели, что Украина хотела якобы напасть на Донбасс, и поэтому его нужно было защищать, но на Донбасс напала не Украина, а напала Россия, и в этом же свете мы можем говорить о какой-то бомбе, которую якобы готовят украинцы. Выглядит это так, что Россия что-то готовит новое, да, в войне с Украиной, и просто они как-то хотят обосновать подальше свои жестокие действия. И интересно было читать также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который возложил на президента Российской Федерации Владимира Путина личную ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны и разрушение европейского порядка безопасности. Так, почему я это говорю? Потому что Путин говорит, что Запад рушит европейский порядок безопасности. Почему я выбрал Франка Вальтера Штайнмайера? Вот в Украине много дискутировали о так называемой формуле Штайнмайера, и не все украинское общество было согласно с этой формулой. Да, там говорилось о имплементации этой формулы вместе с Минскими соглашениями, потому что Штайнмайер говорил о выборах, о статусе Донбасса, но там не было ничего сказано о безопасности, то есть, что Украина должна контролировать границу, чтобы эти выборы произошли. И поэтому вот мы слышим, как меняется риторика. Да, вот Штайнмайер, он четко говорит, 24 февраля Путин не просто нарушил правила и закончил партию, он бросил саму шахматную доску на пол. То есть Россия не хочет играть по правилам. И в своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, осуществил захват земель, поставил под сомнение границы. Российская атака – это нападение на все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн, заявил президент Германии. Также очень интересно было послушать Владимира Путина и вообще понять, что у него в голове. Я понял, что президент России, он не будет останавливаться как бы на достигнутом, и война будет идти дальше своим чередом. И то есть это не конец. Я также читал комментарии, которые были под видео с выступлением Владимира Путина. Большинство, я не знаю, это большинство или не большинство, но с того, что я читал, как бы русские поддерживают так, то, что делает Владимир Путин. И вот интересно, сегодня вышла утром новость Института изучения войны, и там сказано, они дали свой комментарий, и там сказано, что президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между Российской Федерацией и Украиной, и преследует цель уничтожить украинское государство. Да, далее я цитирую, что увековечивание Путиным нарратива о том, что Украина и Россия являются единым народом, разделенным на разные государства, произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа. Его заявление отвергает юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация. Что хочу сказать. Украина бьется, Украина стоит, и Украина дальше будет биться, потому что есть
такая страна, как Украина, есть такая нация, как украинцы, и ВСУ каждый день это доказывают при поддержке украинского общества.